Это все в зелени. Сейчас тут лесенка с этой стороны есть? А, есть. Можно подняться. Блять, такие баррикады. Так забаррикадировать все. На этот этаж получше. Пионерский этот дом, типа. Это все типа балкон был. Но еще и типа он есть. Можно пёзнуться с него. Полетает. Красиво. Там уже стул летел вниз. Последний этаж третий. Сука, темпе. Баррикада из кровати. Не зайти. Пионеры баррикадировались от вожатых. Их спалили на курение марихуаны, они, короче, забаррикадировались. Застряли там и остались. Не, с балкона поспрыгивали, наверное. Металл готовит на сдачу. Даже что-то набирается, смотри. Баллоны газовые. Какое-то здание. Уже в деревьях исчезло. Какое-то тут что-то конкретно горело. Смотри, даже все эти плитки пошли. Чайник. Но это типа, чтобы он не гнил, так не особо это помогло. Смотри, курить разрешено. На стене написали. Да, тут можно реально провалиться. Это такой квест.
Главное двери открыть, все. Тогда можно запрыгнуть. Становиться на лаге. Но кто-то там отжигает нехило. Ну. Четвертая дача. Какая-то вот каналия была. Сколько же этих дач там? Главное под ноги смотри, тут уже трещит все. Мне надо так тумбочку красиво воткнуть, это просто, это шедевр. Ну, создается эффект воздушный какой-то. Блин, мне дико эти аллеи нравятся. Следующая дача, ну, наверное, сейчас быстро ее посмотрим. Скорее всего, там ничего такого особенного в ней нет. О, это и даже дверь заколочена. Смотри, это походу Элмер Фад. Из этого. Из Луни Тюнс. Вот тут полы целые. Ну, относительно.